Мы готовы. Готовы в больницу Всегда ехать. готова. Всегда готова. Ну вот, все хорошо. Надели беленькие носочки. Все у нас стильно, благородно. У нас черный красивый свитерок. Мы покрашены. Мы даже сегодня чуть-чуть подкрасились. А что ты губы отказываешься красить? Запах помады не переношу. Да. А ну встань, как ты, какая ты красивая у меня. О, хорошо. Да, да, о, танцы, 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 шманцы. Да. Молодец, молодец. Мама, рано вальсировать. Рано. Не болит ничего, да, уже? Ну, тебе тяжело, у тебя слабость. Слабость. Ой, смотри, запыхалась. Капусты захотелось только что морской. А я ее духами попользовалась она. А они такие, знаете, лимонная, тонкая свежесть. Я говорю, Наташа, мне так запахло, говорит, капусточкой морской. Сейчас купим. Сейчас отвезем еще в больничный на работу, да? Да. А бывает, тапочки не ходи босиком. Боже, худышка, худышка, Вера. Ничего. Нарастет. Да. Передай привет Лене с Одессы. Она в церковь Леночка, ходила. Да. Громадное тебе спасибо. Да. Мне тяжело пасти, еще разговаривать. Батюшка там читал. Я каждый день утром, обед и вечер. Да, просим о здоровье, просим, да? О здоровье. Просим. Хотя мы и такие... Я благодарю тебя, Леночка. Да, мы такие просильщики. За твое уважение. Не только Леночка, тут все люди. Просто Лена вчера позвонила, запыхалась перед работой. Она в ВТБ работает в Одессе. Перед работой побежала в церковь, заказала все вот эти вот молитвы у батюшки, у своего, которые... Надежда, вера, любовь. Да, и он сказал, что у Веры очень... Покровитель. Да, очень сильный покровитель. Смотрите, Вера, ее зовут Вероника, да? Еще и в Покрову родилась. Да, да, о, да. Молодец, молодец. Ящичек уже свои шмоточки сложила. Говорит, это я буду... Не дает мне стирать. Это, говорит, я немножко, мне будет лучше, я сама постираю. Но хочется ей самой постирать. Хочется. Я люблю. И любит сама. Да, сама руками. Он свои скорбы все проверила. А еще рабочие сегодня заберу. Да, заберем. Все рабочие, потом все это перестирать. Конечно, будешь стирать, полоскать, как енот. Вообще-то я водяная. Нет, ты водяная, ты еще очень любишь на огороде в 40-градусную жару работать. Да. Ты черная, как негр потом. Да. Ладно, будем ждать сейчас Женю, он нас отвезет в больницу. Спасибо, солнышко. Да, мы не прощаемся. Спасибо. Да, не прощаемся, друзья. Вот так вот. Вот так вот. Немножко приходит до тямы. Сама подкрасилась, сама себе там что-то с бровями сделала. Сейчас поедем. Я очень рада. Ну, конечно, она капризничает. Капризничает немного, но бывает. Понедельник. Много дела. Покатаемся сейчас с ней. Она проветрится. А там приедет ее сестричка. Навестит ее, они пообщаются. Куплю морской капусты. Куплю сейчас еще курагу. Она ела еще курагу. Ей возьму. Такие молочные сосисочки я беру. Степаша на улице. Котики, Левушка с этой, как ее зовут, господи, с невесткой, с Лизой, Лизаней. Друзья, у них брачный период. Там такой период, друг от друга не отходят. Я их, короче, выгнала на улицу, говорю, ребята, давайте как-то вы там помиритесь. Левка тоже на улице. Ой, Левка этот какой, Степаша, он выглядывает. Погода хорошая, пускай побудет на улице, пока мы не приедем. А то он тут весь дом вверх дном перевернет. Ладно, будем скоро ехать.